Убер, кстати, на этой карте на Дрогзе, он его инсталочит просто на ФП постоянно. Алло. А если мы возьмем Дженна Скорус, потом Зина и... Не, Зин такой себе, по-моему. Зина П. Там не, будет... Там типа будет либо БК, либо Дрогос по-любому. Так посрать, Зину посрать на это. Лучше уже Кобу тогда, поехали. Чего вы не возьмете Джена с Раума? А, думаешь, я не там, буду конечно, брать? Там, конечно, Атлас есть, да. Типа, можно тогда будет. Дженса Атласа взять, не знаю. Что-нибудь такое... Я бы взял Дженса Коруса, а потом взял бы либо Атласа, либо Раум, потому что они на экспиком все равно не залочат Атласа, Раума двоих сразу. Ну и Дженс Корус супер похит, ура! Не, ну они-то тупые для этого, ну типа... Сомневаюсь, что с другой командой типа так сработало. Так чё? Ты думаешь, с другой командой я бы залочил? Ну типа, ты думаешь, с другой командой мышки залочили бы Атлас Раум? Ну а чё нет, если других опций нет? Да похуй, локай. Давайте на яйцах, мужики. Хорошо. Хочу. А если бы они взяли Атлас Раум, что бы они делали? Вот Атлас Раум моё, если бы мы взяли Фернандо. Да, без роста. Фернандо нормальный. Проходили мимо Фернандо и всё. Дайте мне Нессу. Пока тестить, то Нанда сильная ульта на эту карту. Ну, кстати, я отвечаю, я на Нанда на этой карте ебал просто. Нанда уп здесь. Оу, Нанда драфтили на эту. С Димасом. Эх. Любимый герой Димас. Пацаны на стримах один раз Нанда драфтили. Нанда трипл килл вот это. Кинуться, то есть супер сильные опции. Любой фланг под двумя покетами, баг. Давай, дредги. Талус, Зин и Кинесса. Да не, они заебутся фрикапом, а не хаю, это ебан. Ну, бля, я вот так хочу. Да, я бы не брал прямо сейчас. Я бы не, взял... там уже две ульты контрят, типа Нессу, Виктор Хан. Ну да, тебя просто будет ульта. Если ты Виктора телепортнуться можно. Ну а из ульты Хана? 1400 невы получишь. Или будешь играть через репозицию? Мне так нравится Зин. Не хотите попробовать Раума Зина просто? Война. Ну, я думаю, кого второго взять. Так там Хана и... И чё? Я просто типа я думал про Виктора и Хана, брать ли Раума или нет. Может, да, это... Вообще в любой ситуации берете Раума, мужики. Может, Макову... Ну, типа, на Хана сейчас насрать, ну, откровенно. Ну, типа, Атлас... Ну, локнуть. Ну, он еще будет меня ультить в начале каждого этого раунда. Мракобес на Хане. Давайте сделаем покчемп и возьмем моджи. Сделаем покчемп и возьмем пипа. Как в Луде вчера. Пип как, через мегапоушен. Как unbelievable. Как unbelievable, да. МБ Тайрукс, да. Да сам нет, Тайрукс. Собаку да. Сжигать. Не, на этой карте. Она не сжигает. Она не сжигает. Огонь уже не действует на собаку, нет. Атлас. Атлас бомба. Вообще-то... Перед для снайпера, разве нет? Или для какой-нибудь имани? Кинессу может. Как раз Кинессу покеты особо не нужны, можно будет прям фулл покетить Зина нормально. И Раума. Мне на самом деле даже имани больше нравится, чем Кинессу. Это я на Зине получается? Почему? У меня на имани нету монорифта. Я... А ты про меня забыл, да? Не, ну типа я говорю, если я на Зине, то ты на имане буду. Ладно, похер, лохните нас. Ну типа... Окей. Что было бы, если бы мы взяли имани? Ну типа на самом деле у имани сильный дракон. Имани под Дженесом. Давай задоджим пикнем имани, блядь. Кинесса это имани. Типа... Обе черные. Я думаю, они бы не отличили. Типа... Да, все буду. Алло? Алло. Black Lives Matter.
Вильям Биркин про Circuit Player. Бля, разве Раума тут тупо не законтрят, не? Да. Да, там... Четыре героя, конечно. Два сбивают не дэш, два просто много дамажит. Еще стан от собаки, стан от... Три сбивают дэш, два просто много дамажит. Ладно. Ну, собака не всегда станет. Ну, БК через акселерант. Вы могли и Атласа взять, типа, тоже чё нет. Ты сказал, пикни Раума. Ну так я вам вначале предлагал, ну, либо Атлас, либо Раум. Валон на Атласе. Да, типа, по итогу, Кинес это фри. Ну, по сути. Ну это да. А чё мне взять, гильотину, чтобы Атласа не пускать? К Йоми, под Дженесом. Слушай. Вообще Йоми я бы взял. Вообще не признаешь гильотину после меня. Ну и это тоже. Да. Я, блядь, даже когда гильотина была, имбой катал при Йоми. Гений получается. Не, ну а смысл, типа, из-за этого банили Дзеня, и я, типа, сидел, блядь, вантрикал Лианку. Ну, пиздец какая. Ребята, кстати, Найс у нас скаут, ёбаный рот. Ну, извините, пиздец, друзья. Так, ну, короче... Может, еще тогда ресаланс купишь сразу? Лимон? Да, я не буду покупать ресаланс, потому что там нечего, типа, нет. Ну, кроме... Тебе на Зине надо... Повесить сразу метки на Зина, пусть он один встанет. В этот блок площадь, а я пойду через воду. Я в окно встану. Атлас прошел на воду. Да, Атлас на воде. У меня тут... Бля, айо, один хп в боксе. А у меня тут двое, как бы... Не попал. Окей. БК. Поднял БК. БК должен быть. Пошли. Ты у меня призрак. Поставляйся, обрез. Там хал хп, айо, я бегу к ней. Виктор с... Виктор вода. Айо один хит. Хан половину. Давай. Бля. Забью вам же. Виктор. Бля, ща. Минус. А я убью его. Подхилишь, спасибо. Так, ребята. У меня скоро ультимейт. Хорошо. Бля. Там хао, отлично. Хорошо. Там и там моё одно просто литерали ван. Холодильник пуст? Да, холодильник пуст. Я ультану. Там бомба дальше встанет. Сори, я побоялся ультовать туда, блядь. Виктор половину отошёл. Хорошо. О, меня тут заревайндили. Ого, спас! Опа. Дружище! Блядь, это... Ты там... Они на меня развернулись все. Я иду справа. Понимаете, сколько куда мне ревайнд? Ё-моё, я убегаю от меня, Вандер убегает, у меня два депса сагрили, сука. А Атлас заревайнился. Ух, ёбаный в рот. Там хан один. Хан без гриппа. Хан без дэша. На самом деле, вам надо просто выжить, сейчас я прибегу, можно... Я в тупую это иду. А, Кинесса, бля. Не, я, конечно, пытался помочь, но он лак. А чё ты там делал? Почему ты налево не пошёл? О, Атлас без этого. Хан. Мейни. Атлас по мейну. Я пробегу в этот. А я отходит к приводу. Я чисто тут Виктор сагрился, ребят. Убивать. Хорош. Отлично, я пытаюсь его добежать. Ну я тебе хилку дам там. Я побежал в них прямо. Да куда? Ёмру, ребята. Просто убейте их. Айо, мы. Я там только один день впереди. Айо. Секунду. Ну, Несси просто по КД. Ульта, ваншот. Подожди, на меня Виктор сагрился уже. Атлас заревайндился. Сука. Так, это в мои планы не ходить. Извините, ребята. Там боковое вроде. Они стакаются в мейне, я не знаю. Секунду, ты чего надо? Я, наверное, зря завесил ульту в самом начале. Если у меня сейчас было ульта, мы бы легко это пушили. Они просто так вот мейни нажимаешь еном на раунде. Тупо.
Они опять так посмотрели. Типа, просто... Там если найти какой-то пик, блядь. Никто по окнам не пришел. О, и Виктор умер! На меня бомба развернули. На меня все развернули хотят. Пахану, фокус. Пахану, бейте. Они втроем, и там один хит этот. Уже нет. Я, короче, только в него Йоми прокинул, да? На пилот, иди один. Да-да-да, я это не понимаю. Атлас пол. Грампи сзади, я не могу. 2 секунды до меточки. Все, я тут. Стреляю по Аю. Я уже почти прибежал. А я лоу. А хилку, спасибо. Бля! Там тач, ну... Тач. Да я немного далеко был, я думал, ты тащишь просто. Не, он взял, ушел. В смысле, я был лоу, я... А, меня нет, заревантили, нет, там, нет. Если бы я отошел... Не, если бы я не отошел, я бы просто бы сдох. А так, я просто... отошел, ты меня захилял, и я не успел тачнуть, я думал, что раунд тач. Еще грампи. Да. Но, но я сказал, что тач, короче, нужен. У меня эфка в щит Атласа долбанулась, извините. Там это есть... Было... 5 ультимейт. Это... не очень хорошо, покупайте цепи. Ну, сначала я гриш покупаю, справедливо. Покупайте цепи и коней. На Женосе по дизмаунте я опять, наверное, вернусь через воду. Короче... Да похер, чё, короче. Просто убиваем их. Бомжи какие-то. Ну? Кто такой этот ваш броспаудит? Не знаю. Дин, если что, с тобой бак... около бокса. Сколько там народу? В боксе, блять. Ультую туда. Опа. Так, минхиллер, минхиллер. О, 4 в 4, все нормально. А, меня заревандили. Понял. Атлас там... Я лоу пока... Там 3 лоу, там 3 лоу просто. Попробуй. Щит сломать пытаюсь. Сломал щит хан. Хорошо. О, а я только бежит, Я пытаюсь пойти. Иди. Секунду, я с тобой один. Сейчас Грампи взорвется. Я бегу. Я прям сейчас опять лесок не побегу. Я половина. Я без вампи, я твою оставлю. 1 хп бомба. Я бегу через угол. Понял. Атлас за это за дизмаунт. Хан пушит, хан без крипа. А, хан холодильник, хан меня забанили, не дайте хану тачин только. Меня снова забанили, БК ультует. Я заевейдил ульту. Это был самый неудачный грипп в твоей жизни. Пойдем, Зин, пропушим его. Меня заревайндили. Подожди, я понял. Как это все? Там это Атос под водой. А, спина БК. Да. Я вы... Не можем. А на меня Атос и... Бля, просто если б ты его не поднял, я бы его застанил, мы бы его убили. А, Брис, ты когда сдох от ульты Виктора, ты... Ты пропал. Я не успел, что сказал. Короче, ты когда умер от ульты Виктора, ты его стал лохо. Так. Он был в окне, и типа, ну ты даже не сказал даже. На мне хан, я лоу. Ложу хана. БК половина за хана. Атлас бежит к Парусу. Они все на ХГ. Я сейчас тащей шаг. Понял. У меня ФК пропала. Поднял Атласа. БК ХГ. Хорошо, минус ульта. Он нас атакует на тебя. Да. Долбон без шот. Просто вернуть свои ульты и забазить их на еще ульты. Так у нас тут, да. Там давай. Тащить нужно. Блядь. Давай. Тащи на день. Понял. Ну тебе на день надо было тащить, я умер уже. Типа ты просто стоял на коне. Бля, мужики, бля. Смотрите, что еще произошло на дизмаунте? Я побежал туда. Я задизмаунтил Атласа. На меня развернулся бомба, на меня развернулся Виктор. Я что там еще побатил внимание, что случилось, блять? Как там. И саппорт тоже там далеко стоял. И... Не, я так-то бокс там. Я по итогу их там убил. Я убил там Атласа. Еще кого-то и ультанул Виктора. Там типа только БК один остался, я ее только пришла.
Я не хочу идти на воду, типа, потому что на 5 минут ульту. Он просто наконец-то. Так он только что потратил ульту. Он бежит. Да, то же самое, блядь. Монахилку. А, 4 в боксе. Понял. Мне хилка нужна. Виктор. Они запушили босс. Он вместе просто ревайнит, да, и... Они там под окна, они в окна идут. Атлас, сделайте минус. Я застанил. Хорош. Чем, блядь? По БК. Я просто красный. Минус БК. Виктор в холодосе. Метка, аккуратнее, не умри. Понятно. Где он? А в холодильнике все еще. Джен, остань на поле. Они очень теперь лесные, они бегут, блядь, мужики, осторожно. Да. Вы вчетвером, я побегу. Я ухожу с поинта. У меня 2 секунды. Не выжил просто. Атлас заревайнился. Я заблочил бомбу, но... Да, я умру. Ну, у нас 2 спорта, что мы сделаем? Это не похили? А меня тут пиздят, не. Бетаплойня. Не, бывает, пофиг. Ну 600 кристальчиков тоже неплохо. На бризе, когда ты капал, типа, ну, у тебя в команде никто не капал, ты там не... Но тебе надо было сразу после этого...